Hi, Metalhead. Меня зовут Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Подписывайся на мой канал. Вот. Сегодня получил посылку от FMS. Есть такой человек из Запорожья на Фростере. Фростер — это Metal Forum. Все металлюги, давайте туда. Продавайте, покупайте там аудиопродукцию, DVD, общайтесь. Рекомендую. Сейчас потише сделаю. Это музычка моя. CWD Head. Received as metal. Так, вот. Новой почты получил. Сегодня. Вот, оплатил 40 гривен. Тут должно быть 8 дисков. Сейчас будем делать вскрытие посылки. Так, мы посмотрим, где тут чего. Вот. Запаковано профессионально. Вроде никто не вскрывал. Сейчас будем вскрытие делать, как я люблю вскрытие делать. Надрез. Вскрытие. Опа. Ну, для меня это пара пустяков. Я профессионал своего дела. Вот, что мы тут видим. Все запаковано идеально. Рекомендую покупать у человека. Вот. Диски не болтаются, профессионально запаковано все. О, The Number of the Beast. О, когда-то у меня такие диски были, я продал. Ну, теперь опять купил. Вот, X-Factor тоже. Blaze, говорят, что я на него похож, на Blaze. Ну да, так как он родился раньше меня, значит, я на него похож. Если бы он родился позже, значит, он на меня похож был бы. Логично, логично. А, кстати, это логотип моей команды Torino Part. Вот, она еще функционирует. Так что, с 99 года, сегодня 2018 год, уже скоро будет много лет уже. Вот, Iron Maiden диск. Brand New World. О, ёптыть, вот это я люблю, вот это... Раритетище, дигипак. Фоно еще к тому же. Ёперный театр. Только не понимаю, что он так его дешево продает. Тё. Ладно, это я узнаю позже. Это ж раритетище. The Flash — это ж вообще супергруппа. О, мастер! Воля и разум. О! О! С петлей на шее были такие виниловые пластинки когда-то. О, Металлика. Тоже супер-пупер, блин, а. Классная группа тоже, блин. У меня такой фирменный был диск. Я его тоже продал. Нафига продал, все. Лучше бы слушал бы сам. Так, все. В коробке ничего нету больше. Отлично все. И так сделано, что, блин, все там в притирку. Молодец, FMS. Ник мой Warhol, а это FMS Запорожье. Рекомендую покупать. Вот, вот. Сейчас будем делать обзор. Вот, Iron Maiden Virtual. О. Тоже диск идеален. Ни царапинки, ничего. Все как надо. Коробка целая, потому что запаковано профессионально. Вот. С сознанием своего дела. А вот я. Говорят, что это я, да. Не знаю. Похож, не похож. Он, в принципе, чем-то похож, конечно. О, буклет классный, да. То, что надо. О, в коллекцию. В коллекцию себе.
Так, Металлика. 91 альбом. 91 год. Так. Вот, все в порядке с ним. Тут разворот обычный. Ну, человек предупредил. Так и так. Вот, как бы все окей, как и договаривались. Вот. Все с ней супер-пупер. Вот, все супер-пупер. Пререканий пока никаких нету. Металлика как Металлика. Коробка целая. Все, о, вот это да. На подарочек, возможно, человеку. О, это же когда-то на виниле было. Ну, у меня лично не было этого альбома на виниле. У знакомого был такой винил. Я себе не знаю, не захотел. Или у меня был, я ему продал, не помню. Вот недавно продал я. А ну да, тут обычный разворот. Да. Недавно продал винил мастер. Мастер-мастер. Отлично, коробки новенькие. О, а вот этот винил был у меня, вот я его продал. Поэтому вот это я себе купил тоже диск. Вольному воля, но это не здесь, правда. Это не с этого альбома. О, мастер, да. Не путать с американским death metal'ом. Тот другой мастер. Это российский мастер. Ну да, вот это раритетище тоже, да? Класс, как я доволен. Теперь я покупаю только то, что мне нравится. То, что не нравится, не покупаю. О, ну это вообще бомба. Это на подарочек. Ох, нифига себе, так тут даже этот, как его, и буклет есть. Ёперная театра. Классно. Еще и фоно. И цена невелика. Что, неужели эта группа не пользуется спросом? Что ж это за дураки, которые не слушают такую... Кто ж что за дураки, которые не слушают такую классную группу? Странные. The Flash, блин. Тут это, альбом это... Ух, вообще бомбовый. Че, дигипак, че. Ну, рад, что у меня это есть в коллекции теперь. О, Brave New World. Тоже классный альбом. Сначала мне не пошел, а потом, как зашел, так и не выходит. Тоже сначала не понимал, а потом классный альбомчик. Тут три гитариста. Вообще офигеть. Не два гитариста, а три. И притом такие профессионалы, ёперный театр. О, тут буклетик супер-пупер. Все тут отлично. Все супер-пупер. Еще рекомендую покупать у FMS Запорожье. Рекомендую. Покупайте. Ну, тут человек предупредил, что-то тут сказал, что-то не так. Где-то. Где тут что не так, не знаю. Пока что я. А, ну да, диск он. Да, вот я не знаю, будет он у меня читаться, не будет. Но человек предупредил, что это будет он читаться, не будет. Тут царапина конкретная. Хрен его знает, да. Ну, попробую. Если что-то не так, напишу, конечно, скажу. Вот. Вот. Тут тоже буклет супер, все. Все супер-пупер. Все тут отлично. И проходим
под моему любимому альбомчику The Numbers of Beast под знаком зверя. Ну тут все отлично с диском. Все тут в порядке. Буклетик классный. Все супер. Ну все. Всем пока-пока. Желаю успехов, Макс. Пока-пока.